Московская область одной из первых включилась в работу по оказанию помощи жителям ЛДНР и эвакуированным жителям Донбасса. В каждом городском округе на базе местного отделения партии или общественной приемной создан штаб по сбору гуманитарных грузов. Секретарь подмосковной «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в период с 23 февраля по 10 марта было отправлено 9 фур гуманитарной помощи объемом около 160 тонн. В местных штабах задействовано свыше 1100 волонтеров и активистов «Единой России». Работа не будет прекращаться.